Друзья, всем привет! Сегодня у нас среда, 10 августа. Приехали мы вот в такое вот место порыбачить. Вот это вот река Обь. А с другой стороны, солнце, сейчас поближе подойду. Вот это вот Угрюм речка, на которой неоднократно мы рыбачили. То есть мы сейчас находимся вот на таком вот полуострове. На Оби будем пробовать блеснить, ловить судачка. На Угрюмке поставлю доночки. Только-только расположились, только закинулись. Первая поклевочка. Кто там? А, подлещик. Опа. О. Какой подлещик? А, подлещик? Карасик. 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 А прикидывался подлещик. Подлещики так не сопротивляются. А он даже сам ушел. Вот, друзья, прошло полчаса, начинает темнеть. Первый мой сегодняшний трофей — вот такой вот микроподлещик. Козявка попалась. Прошел где-то час, чуть-чуть больше, как мы приехали сюда. Ладно, уже результат. Смотрите, какая вкуснота. Вот, друзья, не успел заснять. Вот. Нормальный хоть карасик попался. Итак, друзья, ночь пролетела незаметно. Время сейчас где-то 6:30 утра. Легкий завтрак. Яичница с помидорками будет. Ну вот и все, друзья, несколько минут, и вот такой вот шикарный завтрак получился. Вот так вот буквально за пару минут яичница уже испарилась. Не знаю, видно я вам, не видно, вот показываю. В направлении удилища вон целая стайка малька стоит. Вот, друзья, первая уклеечка за сегодня поймалась. Ловим дальше.